Здесь ничем не занимаюсь. Вот прихожу, ухожу. На такой режим работы Зинур Шамсутдинов перешел недавно, после того, как написал заявление в трудовую инспекцию. Пока его не увольняют, но и работу не дают. Хотя его все устраивает. Зарплата в среднем 22 тысячи рублей, да и коллектив хороший. Но смотрим за коровами, а пашем как кони, говорит он, показывает документ. Мы работаем 60 часов в неделю. Это статья Трудового кодекса. Но он получает за эти 10 часов. Если у него есть претензии, он может прийти, правильно? Разобраться. Я не хочу 10 часов в день работать. Я хочу 7 часов в день работать. Вы поймите, это сельское хозяйство. Рабочий день увеличился с 7 до 10 часов после прихода нового руководства, подтверждают работники. У них тоже есть вопросы. Но, как нас заверили в отделе кадров, в эти 10 часов заложены завтрак, обед и полдник. До скольки? До полчетвертого, так. Потом я убираться начинаю. Вот это по 10 часов, да, вы здесь работаете на работе? Скажите, пожалуйста, а вот говорят, есть завтрак, полдник, обед. Это правда? Ну, есть, наверное, я обедаю только. 5 часов приезжаем и 5-6-7 часов только приезжаем домой. Вас устраивает? Ну, а куда деться? 6 часов приезжаем только. Пока заводим, пока трактора еще на заправку едем. Ага. После этого... До скольки работаете? Ну, во сколько заканчивается работа? Да, 4 уже уезжаем. А пока Зинур Шамсутдинов ведет борьбу за свои права, трудовая инспекция уже отреагировала на коллективное заявление. Проводится проверка внеплановая в отношении работодателя народное предприятие Алексеевское. По результатам проведенной проверки будет дан, скажем так, соответствующий ответ, установленный в законном сроке. Народное предприятие Алексеевское входит в общество с ограниченной ответственностью Хузангаевское. Предприятие довольно успешное. Здесь работает 300 человек, все жители местных деревень. Как выяснилось, компанию трудовая инспекция уже штрафовала за нарушение охраны труда. Что же будет по новому заявлению, выяснится в конце февраля. Если вопрос не решится, работники намерены идти в прокуратуру. Альбина Слагараева, Амир Залюшев, ТНВ, Алексеевский район.